Зеленый угол, ранее незаконно переоборудованный под авторынок, полностью освобожден от продавцов и автомобилей. В ноябре 2022 года земельный участок в районе улицы Нейбута, высота 224 во Владивостоке, передан на право бессрочного пользования Государственному объединенному музею-заповеднику истории Дальнего Востока имени Арсеньева. Территория саперного редута номер 4 в Владивостокской крепости на протяжении длительного времени была самовольно занята для хранения и стоянки транспорта. По результатам ранее проведенных надзорных мероприятий территория освобождена от захвата. Установлено, что под хранение и стоянку автотранспортных средств неправомерно заняты земельные участки Министерства обороны Российской Федерации, прилегающие к саперному редуту, сообщает Краевая прокуратура. В данный момент прокуратура Приморья совместно с военной прокуратурой Владивостокского гарнизона во взаимодействии с полицией и администрацией города реализует комплекс мер по освобождению земельных участков.